Еще недавно единственная больница Новоалтайска обслуживала более 200 тысяч пациентов, жителей города и соседних районов. С недавнего времени учреждение поменяло профиль. Теперь это ковидный госпиталь, где уже вовсю кипит работа. И только при нас буквально за 10 минут сюда уже приехали 3 скорые и подвезли новых больных коронавирусом. Альтернатива – ездить в барнаульские больницы. Кстати, скорая, как нам сказали, может ехать до Новоалтайска час и полтора. Были случаи, когда по приезду она уже просто была не нужна. Конечно, она в Алтайке лучше, чем туда ездить мучиться. Из дома на привокзальную площадь на такси, дальше до Барнаула на специальной маршрутке. Все эти люди нуждаются в гемодиализе, очищении крови при почечной недостаточности. Процедура длится 4 часа. Раньше ее делали в Новоалтайске, теперь там ковидный госпиталь. Целый день. Вот сейчас уеду, вечером приеду вместе с ним. Тяжело. Он, тем более, у него он не может ходить, позвоночник долго сидеть не может. Как-то все это нас отбросили, в общем. Мы в пятницу откачались. И в пятницу вечером бах, нам объявляют, что закрывают. Для нас это было, конечно, удар. Не знаю, сколько будем мотаться. Это вообще сложно. Много времени теряем, дома никаких дел не делаем. Пациенты города Новоалтайска, Первомайского района, те, которые лечились на площадке Новоалтайской городской больницы, на сегодняшний день смаршрутизированы в медицинские организации города Барнаула. В первую очередь это краевая клиническая больница, больница скорой медицинской помощи, кардиологический диспансер. Ситуация двоякая. Сейчас жизненно важно увеличить коечный фонд для ковидников, в то же время не навредив остальным пациентам. Местный депутат Дмитрий Гришин не понимает, почему бы не развернуть госпиталь здесь. Это здание противотуберкулезного диспансера. В прошлом санаторий «Белоярский». Сейчас долгострой, который доит бюджет еще с 2011 года. На реконструкцию ушло уже более 1,5 миллиарда. Изначально, когда эпидемия началась с весны этого года, уже возможно было, то есть, спрогнозировать, имеются ли у нас дополнительные административные здания там, для больных, потому что все возможно. И естественно, в течение, допустим, летних 3 месяцев возможно было полностью подготовить данное здание и уже сейчас принимать больных COVID-19. И в самом деле, вот беседую со своими избирателями, они в недоумении, почему у нас так и работает здравоохранение. Они же все прекрасно видят. Все мы помним, как в начале пандемии в Китае за 10 дней построили ковидный госпиталь на 1000 коек. По всей видимости, в Китае просто нет таких компаний, как «Стройгаз», которая обанкротилась и парализовала новоалтайский диспансер. Тем временем пациентам горбольницы уже намекнули, госпиталь здесь будет вплоть до весны. И, кстати, местные уже боятся, что после пандемии учреждения вообще могут закрыть. Так в городе уже однажды лишились станции скорой помощи и роддома. Оптимизация. По сути, нам оставляют только жителям города Новоалтайска один морг и все. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.